конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Кладова Александра, мне 16 лет. Отрывок из стихотворения Сергея Есенина «Черный человек». Друг мой, друг, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только кровь в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тих покой перекрестка, я один у окошка, и гости долго не ждут. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой, и деревья, как сад, съехали с наших садов. Где-то плачет ночная зловещая птица, деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло ко мне садится, приподнялся он цилиндр и небрежно откинулся вдруг. «Слушай, слушай!» — хрипит он мне, сам все ближе и ближе клонится. «Я не видел, чтоб кто-нибудь из-под лицов так не нужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положи, ошибся. Ведь нынче луна, что же нужно еще напоенному дрему и мирику? Может, там с новеляшками тайно придет она, и ты будешь читать свою дохлую томную лирику? Ах, люблю я поэтов, забавный народ, не всегда нахожу я историю сердцу знакомую. Как мощавый курсистский для волос урод будет о мирах плавой, истекая историю. Не знаю, не помню. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой. Черный человек, ты прескверный гость, это слово давно про тебя разносится. Я смешон, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошке рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала. Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один, и разбитое зеркало.